И всем привет! С вами я, Александр Сучков. В данном видеоролике вы увидите, как я прохожу спецку, сейчас скажу, затмение, да. Будем играть в затмение. Мы будем играть его на... да как его выбрать-то, блин? О. Мы будем играть... Сейчас. И мы победим... Думаю. Да. Все, теперь можно играть. Надеюсь, мы победим. Теперь стреляем сюда. В затмении играем. Так, видим эту штуку. Вот так вот идем. Одновременно нажимаем вот так вот. У нас эти патроны улетают. Остается 99 патронов. Теперь мы спокойно стреляем. О! Стреляем. У нас есть два медика, у нас есть три штурма, да. Так, давненько я, конечно, не играл сам. Ну, точнее, как сам. Я играл сам, но без веб-камеры, и поэтому... Ну, я так не привык, как бы, без веб-камеры играть, потому что я всегда с вебкой. Я везде хожу, у меня есть канал, где я снимаю, как я разговариваю, то есть, ну, Bus Talk. Там немного такое вот, ну кому-то будет интересно, кому-то нет, в общем, такой вот обложка такая космическая, все космическое такое. Ну я думаю, всем понравится. Там я что-то рассказываю, что-то показываю, в общем, тоже игры я показываю там. Все задумки, которые я сделаю на канале, я там все показываю, рассказываю. Там есть влоги, во влогах. Я где-то хожу, тоже что-то говорю, о чем-то рассказываю. Думаю, вам понравится. Переходите по ссылке в описании, ребят. Но чем запомнится вам это затмение, так как это очень хороший тренирователь, как вам сказать-то, там, где можно потренироваться убивать зомби. Потому что не в каждой спецке тебе выдается шанс убивать зомби, ну не считая черной акулы, да уж. Ну ладно, попробуем, значит. Что я могу вам сказать? Я думаю, всем понравится данное прохождение, потому что это наше третье прохождение, и я подумал, почему бы не снять не в ускоренном уже виде. Пути. Продержитесь просто... еще немного. Идем сразу в угол. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены.
знают, с кем имеют дело. Блэквуд надолго запомнит этот день. Он выпал? Что? Почему-то я уверен, что мы встретимся снова. Что да, он выпал опять, смотрите. Он подключился к нашему каналу. Так, так. Сильные помехи на линии. Пытаемся наладить связь. Как он выпал? Держитесь, бойцы. Не дайте им добраться до машины. Почему они выпадают из этой штуки? Что такое? Как жопа? Для кого-то жопа, похоже, для кого-то. Похоже, какие-то проблемы с двигателем. Возвращайте машину. Нужно выиграть время. Но,
Спасибо, док. Благодарю. Так держать. Вы настоящие герои. А, нет. Ничего не норм. Мне сейчас сольют. Руби. Дальше пошли. Держитесь ближе к свету. Для своего блага. Снайпера больше нет. Выдвигаемся. Там уже никого нет. Снял снайпера. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Что ж, теперь вы заперты в бункере. Придется уничтожить системы защиты, чтобы попасть в него. Через местную деревушку. Вот координаты. Предупреждаю. Дороги кишат существами, которые попытаются вас убить. Нифига ботов. Стой. Ладно. Здесь ваша работа закончена, Матвейс. Следуйте дальше. Стой. Вроде всем скинул. 100 киллов, ребята. Скринь. В ближайшей деревне полным-полно зомби. Советую вам быть начеку. 100 киллов. Осторожнее.
слышны? Вот это хладнокровие. Как жаль, что вы играете не за ту команду. Опа, нет. Чуть меня не задели. Сзади там идут. Так держать. Вы настоящие герои. Ну! Чё они его не убили? Я чё самого не убили? Теряешь контроль над ситуацией. Древние руины, о которых я говорил, уже рядом. Держитесь ближе к дороге. В лесу твари еще лучше. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Держитесь ближе к дороге. Для своего блага. Без прицела их хочу. Особых потерь. Так, теперь круто. Придется разобраться с тем, что внутри. Найдите вход в подземную базу. Это и есть убежище, которое вам сейчас так необходимо. Продолжайте.
закончились патроны. Сюда! Мы тут отели! Нужна помощь! Я сообщу. Это морфы! Боезапас пополнен, игроки воскрешены. А, Варфейн. Всегда готовы сделать за меня грязную работу. Справитесь с последним заданием. Вы свободны. Нет? Умрете. Давай, ломайся. А, блин, меня сейчас завалит. Тварь. Да, чтобы смертей пройти, тварь. Милый, не проблема. Но! Увы, эта база не может производить их в нужном количестве. Поэтому ее придется свернуть. Отсюда есть два выхода. Если вы не запечатаете их, зомби будут атаковать снова и снова. Советую начать с западного выхода. Теперь запечатайте восточный выход. Обесточьте терминал, чтобы остановить производство зомби. Надо. Кому? Прием! Доложитесь!
рад, что с вами все в порядке. Теперь вы должны подняться на возвышение, чтобы вертушка могла вас забрать.
Неподалеку от вас есть вертолетная площадка. Доберитесь до нее как можно быстрее. Это безумие. Они наносят удары по своей же базе. Есть запасной вариант. Рядом с ангаром. Вертушка сядет там. Поспешите, пока Берун не растет здесь все к чертям. Почему меня-то, я не понимаю. Тащили мы, блин. Обидно. Конечно же. Да, думал пройдем, но... Видимо, не прошли, потому что команда не очень. Видимо, не... 600? Почему? Почему кому-то... А, ну понятно, это за это. Даже первых не прошли. Мы прошли первых. Ну, блин, ну ладно. Хоть 600, ладно. Хоть починка, наверное, насколько мне обойдется. Провалено и провалено, ладно. В следующей части, надеюсь, мы пройдем. Все-таки, я думаю, данную карту. Ну, если не пройдем, то уж... Ну, ладно, как бы. Так. Давайте починим. Что у нас там есть, все что есть. Это 6000, ребят, у меня столько нету, это просто пипец. Просто это недостаточно средств, это, я не знаю, надо прям чинить, я не знаю как. Хотя сейер, зачем мне сейер, если не могу обычным пользоваться. Да, но сейер я тоже починю, как бы только этим пользуюсь. Так, этот. У меня остается 1000. У меня остаются перчатки, ладно. Насколько есть, как бы, ладно. В следующей части посмотрим. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на бас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.